Сегодня наконец-то познакомлюсь с отцом детей моей жены. Нервничали я, вы понимаете? Дети знают, кто был рядом, и твою мать. Надеюсь, это не он. Привет, ты Дасти? Нет. Что? Точно? Где тебя носит? Мой бывший муж уже здесь. И что он там делает? Угощает детей сладостями. Черт возьми! Прости. Я зол, как самый острый перец чили. Эй, кто хочет еще конфет? Значит, ты и есть Дасти. Давай обнимемся, крутыш. А мы уже встречались. В аэропорту. Не припоминаю, дружище. Ты видел папин мотоцикл? Ты водишь? Да. Правда? Я думаю, что это хорошая идея, Брэд. Я сам, это мощная штука. Давай, иди принимай душ и надень уже майку. А Брэд что, умер? Думаю, нам надо быть готовыми к такому повороту, зайка, ясно? Будь этот парень бывшим моей жены, я пустил бы себе пулю в лоб. И вот король поднял свой могучий меч и обрушил его на короля-отчима. Но король-отчим отразил удар щитом. Король-отчим был очень расстроен, когда настоящий король вынул свой меч, длинный и сияющий. Но все девы на земле предпочитали средний размер меча, как у короля-отчима, так как он умел слушать. У нас с тобой старый добрый поединок отцов. Тебя ждут на пасти, Дасти. А что, уже Рождество? Ты что, сейчас середина апреля. А это что, билеты на игру плей-офф с Лос-Анджелес Лейкерс? Неплохо. Брэд, ты самый крутой! Дасти Мэйра! Эй, это моя семья! Спускайтесь, можете сесть с командой. Обалдеть, слышал, хочешь познакомиться с Коби? Можно 5 банок пива? Посвящается Дилану и Меган, и Саре, и Дилану. Точно в корзину! Посвящаю заезд Дилану и Меган. Кто следующий? Я следующий. Дорогой, нет, спускайся. Да, хороший совет. Ну, с Богом. Все отошли! Зомби! Ты что, дал мне по морде, брат?